В Нижнем Тагиле на Выи водитель иномарки сбил на зебре 15-летнюю школьницу и, заметая следы, посадил испуганную девчушку в свой автомобиль, довез до автобусной остановки и там бросил. Отсюда ее забрали врачи скорой, в клинике осмотрели ушибы и отпустили ученицу домой на дистант. Старшеклассница успела запомнить лишь цвет машины, которая подцепила ее на капот, соскользнув с которого девочка рухнула на асфальт. Инспектора ДПС по камерам наружного наблюдения отследили путь бежевой иномарки «Киа Спектра». К автомобилю прилагался 55-летний рулевщик, получивший права 2 года назад, и в этом единожды уже оштрафованный за нарушение. Как уточнили в ГИБДД, наезд на 15-летнюю школьницу, которая после уроков спешила на автобус и переходила улицу Краснознаменную в районе 9-го дома по зебре, произошел еще в прошлую пятницу, 16-го, около 2 пополудни. Девчушка после визита к врачам сообщила о том, что перед тем, как шагнуть на нерегулируемый пешеходник, посмотрела по сторонам, видела автомобиль, приближавшийся к зебре, но ей показалось, что легковушка еще далеко, и вдруг почувствовала удар слева. После наезда водитель выскочил из легковушки, торопливо поинтересовался, как чувствует себя девочка. Та от испуга даже боли не почувствовала. И сообщила дядьке о том, что все в порядке, что было дальше, вы уже слышали. За оставление места ДТП рулевщику светит арест до 15 суток или лишение прав на срок до 1,5 лет. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны и отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.